Об автономии для закарпатских венгров заговорил посол Венгрии в Украине. Он считает, что ничего плохого в этой идее нет. В украинском медиа отреагировали, заявили, что дипломат превышает свои полномочия. Это же касается и недавнего предложения развернуть в Закарпатье миссию ОБСЕ. По словам замглавы МИДа Елены Зеркаль, этот вопрос планируют обсудить с венграми уже в ближайшее время.